Добрый вечер, дорогие мои девочки и мальчики! Сегодня вы узнаете продолжение истории о том, как стрижи переселились на другое место. Итак, слушайте. Ёжик и заяц взяли гнездо и понесли к большой ели. Зайцу было немного неловко за его недавние слова. Ему казалось, что ёжик будет его осуждать. Но ёжик, как настоящий друг, не напоминал зайцу о случившемся. Пока они шли по земле, бельчата сопровождали их, прыгая по деревьям. Так они молча добрались до места. Заяц и ёжик осторожно передали гнездо бельчатам, и те подняли его до высокой ветки, где была удобная развилка. Там уже сидели стрижи. «Вот тут мы поселимся!» – обрадованно заявили птицы. «Здесь и солнышко попадает, но не жарко. Навес из еловых веток большой от дождя и ветра, и удобно гнездо поставить и закрепить в развилке. Спасибо вам большое!» Птицы стали крепить свой дом, а бельчата спустились вниз, попрощались со своими друзьями и ускакали весело стрекоча. «Знаешь, — сказал заяц, — я не такой, как барсук». «Конечно, — согласился ежик. Друзья разошлись по своим домам и зажили, как обычно. Вскоре наступило лето. Оно расцвело стремительно и шумно, в полную силу развернулось. Разлилось по лесу тысячами птичьих голосов, жужжанием насекомых, шумом листвы и благоуханием множества цветов. Лето было жарким, но не сухим. Почти каждую ночь шли дожди, обильно поливающие землю. Ягод и грибов поэтому было много. Заяц был очень рад. Он целыми днями пропадал в лесу, собирая землянику, чернику и другие ягоды. И каждый раз, проходя мимо ели ежика, заяц угощал стрижей ягодами. Стрижи давно вывели птенцов и целый день носились по окрестности, нося детям различных насекомых. Дети пока не летали, а сидели в гнезде и пищали на разные лады. Стрижи очень радовались подаркам зайца и один раз даже сделали ему подарок – большого комара. Заяц птиц поблагодарил, но комара не взял. «Я это не ем!» – рассмеялся он. После дождей заяц с ежиком ходили за грибами. Как-то раз они забрели в дальнюю чащу леса и уже возвращались домой, как заяц заметил одну интересную особенность. «Знаешь, — сказал он, — я только сейчас заметил, как много в этом году комаров и всякой мушкары». «Да, так всегда бывает, когда тепло и сыро, — согласился ежик. «Вот именно! Продолжил заяц. «А у нас вокруг дома ни одного комарика, ни одной мухи нет». «Действительно, — удивился ежик, — я тоже не сразу обратил на это внимание, а ведь это потому...» Договорить он не успел, так как заяц молча дергал его за лапу и на что-то указывал. Ежик взглянул и обомлел. Перед ними стояло дерево совсем без листьев, а по веткам ползали жуки и гусеницы. «Да ведь это же домик барсука!» – догадался ежик. И действительно, внизу открылась дверка, и на улицу выбежал барсук. Он стал бегать вокруг дерева, махать метелкой и что-то кричать. «Кыш! Кыш! Пошли прочь! А ну вон отсюда! Кыш!»
Он махал метлой, а вокруг него кружилась туча мошкары и комаров. «Привет, барсук! Ты что это делаешь?» – поинтересовался заяц. Барсук увидел друзей и разозлился еще больше. «Это вы во всем виноваты!» – закричал он. «Это вы у меня гнездо утащили, а без птиц эти комары да мухи меня совсем одолели!» «Во-первых, гнездо не твое. Во-вторых, ты же сам птиц прогнал», – припомнил ежик. «В-третьих, где другие птицы? Не одно же гнездо тут было». Барсук сел на землю, вздохнул и признался. «Я их тоже прогнал». «Ну вот, а на нас все сваливаешь», – возмутился заяц. «Да ты не расстраивайся, приходи к нам завтра, позови стрижей. Они с удовольствием прилетят, тут у тебя столько еды бегает, они это любят». «Не захотят они, наверное», – тихо пробурчал барсук. «А ты без метлы приходи, с улыбкой на лице», – посоветовал заяц. «Может, они и согласятся». Ёжик рассмеялся шутке друга, и они вместе пошли к дому. А барсук все сидел и думал, то и дело отгоняя назойливых насекомых. Вот такая история произошла с нашими друзьями. Ну а сейчас, дорогие мои девочки и мальчики, посмотрите мультик и укладывайтесь спать. Пусть вам приснятся хорошие, добрые сны. До свидания, спокойной ночи. Thank you.